Безвизовый режим для граждан 10 стран, въезжающих в Казахстан, стартует уже с 15 июля. Причем речь идет не только об инвесторах, но и о туристах. Пилотный проект будет действовать на протяжении 1 года и коснется таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Малайзия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Корея и Япония. Максимальный срок пребывания на территории Казахстана – 15 дней. После визу все-таки придется получать. Больше никаких ограничений ни по количеству посещений, ни по цели визита не ставится. Более того, уже в скором будущем отечественный МИД планирует весь процесс получения виз автоматизировать и перевести в электронный формат. Я думаю, в ближайшее время мы презентуем большую программу по визовой политике. Электронные визы исключают контакт человеческий. Можно в любой стране сидеть и получить казахстанскую визу уже прямо непосредственно на границе, когда заезжает в Республику Казахстан.